Здравствуйте, Алексей. Дмитрий. Ну что, рассказывайте, что у вас случилось? Хвастайтесь. Ну, возникли моментики на этапе строительства, на финальном, так сказать, и решил вызвать вас, убедиться, чтобы вы проинспектировали кровлю и выявили какие-то моменты, чтобы до того, как я произведу расчет с исполнителями, можно было какие-то моменты устранить и, ну, повлиять как-то на... А у вас строитель еще здесь, еще не... Да. Ну, отлично. Сейчас разберемся, проверим качество кровельных работ. Потому что кровля здесь сложная, есть бассейн, кровля над бассейном. Пойдемте. Наш заказчик еще не знает, будет ли это холодный этаж, либо эксплуатируемая мансарда. Будет решать потом в процессе проживания. Хочу вам показать сразу, что бросилось в глаза. Такие гирлянды. Это обычный армированный скотч. Профессионал вам скажет, что для проклейки пароизоляции вот этот скотч, который продается на каждом углу или на строительном рынке, по 100 рублей, по 150, так называемый армированный скотч, он не пойдет. Посмотрите все, что с ним происходит. Отклеивается, что он есть или нет. Есть скотчи надежные, но они продаются, как правило, на профессиональных кровельных магазинах. Нормальный скотч для герметизации стыков пароизоляции будет стоить около 1000 рублей, не меньше, а не 150. Утеплитель весь мокрый. Ой-ой-ой-ой-ой, там букет целый. Вот обычная мешковина. Гидроизоляция. Зазора там нет. Утепление 200. Фишка в том, что вот эта пароизоляция, это совсем не пароизоляция, а изоспан А. Он дышит в ту и в обратную сторону. Можно просто вот этот утеплитель, утеплить здесь, лаги сделать, его здесь расположить. Значит, либо оставить так, как есть, и не давать сюда тепло. Угу. Ну так. Ну, я, в принципе, так и планировал, то есть вот это вот закрыть. Закрывайте, потому что все пойдет сюда, вот так будет со всеми досками. Угу, я понял. А если была бы нормальная пароизоляция, типа Б, капли были бы сверху. Ну, понял. Ну, лишнее, она в утеплитель не шло. Но сделать 2-3 вытяжки там на коньке. Вот. А почему там приедут капли? Потому что, ну, самая высокая точка, все туда идет. И я вам еще рекомендую, именно здесь у вас большой дом, смотрите, большой чердак. Обязательно врежьте одно мансардное техническое окно, потому что кровля у вас большая, оно будет требовать профилактического обслуживания. У вас будет проблема там вставить какую-то леса, туру или лестницу, чтобы выбраться на нее. Техническое окошко вы открыли, там специалист вылез, обследовал вентшахту, антенну, обслужил и спустился благополучно. А так, чтобы забраться, целая история. Ну, да. В принципе, площади здесь достаточно, учитывая два этажа. И вот получился такой чердак. По проекту это помещение планировалось быть холодным. Площади и так достаточно. Но заказчик, как всегда, увидел пространство на чердаке и оставляет для себя возможность, может быть, сделать мансардный этаж здесь, сделать здесь отопление. Вот ему сделали работы, утеплили эту мансарду, и заказчик вызвал нас, чтобы мы проинспектировали, как выполнены работы. У заказчика появились сомнения, и они действительно не беспочвенны. Основная причина – это незнание технологии и безграмотность при применении и выборе материалов строительных, да, просто подходит к теме номинально. Вот использовали в качестве пароизоляции материал, который, я не знаю, даже без названия, но по характеристикам он выполняет функции как ветровлагозащита. Он дышит и в ту, и в другую сторону, пропускает сквозь себя влагу. Такой материал я бы использовал только как ветровлагозащиту на фасаде. А ее здесь использовали в качестве пароизоляции. Поэтому вся влага проникает прямо в утеплитель. Утеплитель весь мокрый. Пароизоляция типа Б как-то кусочками. Видно, скатываются капли конденсата. И я вскрыл небольшой участок. Вот. Вот. Повышенная влажность, здесь нет вентиляции абсолютно. Обязательно здесь нужно сделать в самой верхней точке один или два вентиляционных выхода. Самый простой вариант — это оставить как есть, сделать чердак холодным. Только сделать качественный люк, заблокировать сюда доступ тепла. Сделать хорошую вентиляцию вверху, доски в грибке, и проантисептировать специальным химсоставом.
отбелить доски. А теперь другой способ, он подороже. Если это помещение сделать отапливаемым, завести сюда инженерию отопления, то весь пирог придется полностью переделать в соответствии с технологией для мансардных крыш. Решение будет принимать заказчик. Бассейн, ребят, это прекрасно, принимать водные процедуры. Но есть нюанс. Я заказчику сразу сказал, хотите, я расскажу, как производили здесь работы. Была сделана стропильная система, подбита обрешеткой сплошной, а потом рабочие сверху делали пароизоляцию, обволакивали стропила. Заказчик мне говорит, откуда ты это знаешь? Да это элементарно. Потому что видно стропила, как обвернутые пароизоляции. Это грубейшая ошибка. В этой зоне вообще нет утепления. Там будет конденсировать и преть доски. Особенно на мансардной кровле, где есть бассейн, здесь будут места с повышенной влажностью. Вторая ошибка. Там обычная гидроизоляция типа D, как мешковина. Здесь требуется супердиффузионная мембрана. Требуется замена пароизоляции и замена гидроизоляционной мембраны на супердиффузионную мембрану. Ну, соответственно, все это переделать, сделать утепление правильным. Печально. Обрешетка сделана неправильно. Саморезы находятся, к сожалению, не в нужном месте под волной. Они расположены хаотично. Это противоречит технологии. Такое ощущение, что работники ошиблись с интервалом обрешетки. И в связи с этим получилось... вот такая вот оказия. Посмотрите, как сделан конек, как криво. Тут комментарии излишние. Вот сопряжение дымохода. Кровельный материал испорчен. Это уже достаточно, чтобы объявить работникам в их непрофессионализме или несоответствии. И вообще бы деньги им не платить. Все узлы сопряжения, дымоходы, примыкания в печальном состоянии. Сделаны номинально. Я удивляюсь, я не знаю, как вода не течет. А что вы здесь не сделали гидроизоляцию? Ну, вот здесь, на открытом участке. Вы думаете, капать не будет? Какая разница? Это же крыша. Ну, хорошо, тогда там крыша будет капать внутри. А? Если она будет капать. А, внутри? Ну, а сюда можно. Вы уверены в этом? Да. Точно? Скажи, Вася, вот Алексей говорит, что зазор должен быть в ютовеке. У тебя интернет, просто займись, чтобы я не тратил на это время. Подстраховать, да? Какой-то там глыба будет лежать, еще вот дождь, я говорил, там. Зазор надо делать, когда гидроизоляция D. Это вот в 90-х, в начало 2000-х, когда супердиффузионных мембран не было, вот мы так делали, да. А супердиффузионная, она ложится прямо на утеплитель. Материал укладывается непосредственно на утеплитель без зазора. Да я на день по два раза я... об этой проблеме говорю. А, понял. Где-то 40 у вас там вентиляция, да? 40 вентиляция вот там сверху. Они сразу в службы поддержки ютовек. Не трать время. Просто сейчас отопления нет. Сейчас бы мы все это увидели. Отопление сейчас бы было здесь, дали бы. И минус на улице. И все. Итак, мы приехали на диагностику. Здесь дом из клееного бруса. Кровля здесь мансардная, из цементно-песчаной черепицы. У заказчика есть сомнение, что работы сделаны некачественно. Первое, что мне бросилось в глаза, гидроизоляция есть здесь, но только в участках по периметру, по контуру дома. Открытые участки, террасы или карнизные участки, гидроизоляции нет. Я просто удивился. Обратил внимание сразу, не заходя вовнутрь, видно утеплитель со стороны улицы. Здесь нужно обязательно все это завернуть. Закрыть вот межстропильное пространство, сделать типа такой заглушки, либо из доски, либо из пароизоляции. То есть утеплитель так нельзя оставлять. Холод не должен проникать в утеплитель, потому что зимой здесь будет такая заиндевелость, будет появляться иней. Итак, дорогие друзья, хотелось подвести некий итог. Вот я провел две диагностики, и ситуация, конечно, печальная. Как со стороны строителей, так со стороны заказчика. Все понесут финансовые потери. Строители, понятно, не получат своего гонорара, а заказчик потраченные нервы, время и испорченный материал, и, я думаю, финансовые потери тоже. Вы часто пишете в комментариях, что заказчик сам виноват зачастую, ищет подешевле, вот и получает такой результат. Возможно, я соглашусь с вами, но не всегда. Даже если платить много, это не дает вам никакой гарантии. Вам могут сделать
точно так же, только за большие деньги. Это еще хуже. В первом случае ребята работали со Средней Азии. Когда я приехал на диагностику, руководства не было. Ребята-строители ждали в вагончике. Никто со мной не спорил. Ну и вам все очевидно. Вторые, значит, ну понятно, что спорят со мной, защищают свою работу. И это понять можно. Всем хочется с наименьшими потерями решить вопрос. Я хочу посоветовать, как уберечься от финансовых потерь и заказчикам, и строителям. Вот смотрите, два объекта вызвали на технадзор уже постфактум, когда все работы закончены. Я считаю, что это неправильно, потому что, ну, как минимум, материал испорчен. Нужно там переделывать, уже конфликтная ситуация. Если вы не знаете строителей, в них не уверены, вызывайте технадзор где-то на экваторе, еще когда работы ведутся, хотя бы пускай он пообщается со строителями, выяснит их уровень квалификации, что они собираются делать и так далее. Строительство без инженерного контроля, я сказал, это рисковое мероприятие. Вы рискуете однозначно. Это касается заказчика. А строителям я хочу дать совет такой, что нужно строить по технологии, соблюдая все инструкции. Как будто завтра приедет технадзор или экспертиза оценивать вашу работу. И вы будете чувствовать себя в порядке, а не как школьник с невыученными уроками. И не беритесь за работу, которую вы не можете сделать. На этом все. С вами был я, Мороз Алексей, компания «Кровмонтаж». Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Всем пока. Пока.